Французский президент Франсуа Олланд объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Это означает, что на выборах весной следующего года левый блок будет представлять альтернативный кандидат. Со времен создания Пятой Французской Республики в 1958 году Олланд стал первым уходящим президентом, который решил отказаться от гонки за высший пост. Он самый непопулярный глава государства за всю историю выборов во Франции. Все недавние опросы показывают, ни один кандидат от социалистов не сможет выйти во второй тур выборов. По прогнозам, главными соперниками в нем станут правоцентристский кандидат Франсуа Фийон и лидер крайне правого национального фронта Марин Ле Пен. Олланд говорит, в оставшиеся месяцы сфокусируется на управлении страной. Тем временем в его блоке социалистов уже определяются новые кандидаты. В частности, бывший министр экономики Арно Монтебур уже официально объявила в движении своей кандидатуры. Он также похвалил Олланда за мужество не идти на второй срок. Он принял мудрое, правильное, осознанное решение. Решение, которое заслуживает большого уважения. Оно позволит левому блоку подготовиться к будущему. И это будущее начинается сегодня с началом первичного голосования. Прохожие на улицах Парижа говорят, не удивлены решением Олланда. Я не удивлена, особенно учитывая то, что произошло во время его срока, то, как на него реагировали. Думаю, решение правильное. Я голосовала за него, и я среди тех, кто был разочарован. С тех пор, как его избрали, его рейтинг постоянно падал, он ни разу не поднимался. Если бы он выдвинул свою кандидатуру, левые бы точно проиграли. Я за него не голосовала, но думаю, что это было благородно с его стороны. Такое решение заслуживает уважения. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая будущего года. За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, трое ранены. Еще один погибший стал жертвой дезертира, который пытался скрыться на БМП с оружием в неподконтрольной части Луганской области. После неудачной попытки преступник сбежал пешком. Идет расследование причин происшедшего. На этом же направлении боевики открывали огонь 11 раз, в трех случаях использовали тяжелое вооружение, выпустив по позициям украинских войск 90 мин. Донецкий участок 8 обстрелов. В одном случае боевики использовали минометы, выпустив 55 мин. На Мариупольском направлении боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. В 10 случаях использовали артиллерию, танки и минометы. В ряде случаев украинские военные открывали ответный огонь. Воздушные силы Вооруженных сил Украины завершили учебные ракетные испытания на юге страны. Об этом сообщил начальник генерального штаба Виктор Муженко. По его словам, контрольно-летные испытания с использованием управляемых зенитных ракет средней дальности позволили сделать большой шаг в обеспечении боеспособности и защиты Украины. При этом учения с применением других средств поражения и обороны продолжаются. Украина и Польша подписали соглашение об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Документ предполагает совместную работу в оборонной политике и научно-исследовательских работах для нужд армии в разработке, модернизации, изготовлении и поставках военной техники в оборонной промышленности. Кроме того, президенты Украины и Польши призвали Евросоюз пересмотреть решение, которое позволяет российскому «Газпрому» увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Речь идет о газопроводе «Опал», который, по словам Петра Порошенко и Анджея Дуды, несет угрозу для стран Центральной и Восточной Европы. Также это окажет негативное влияние на создание Энергетического союза в Европе. Его цель – сокращение зависимости от поставок российского газа, диверсификация источников и маршрутов поставки голубого топлива. Механизм приостановки безвизового режима с третьими странами и его предоставление Украине и Грузии европейские депутаты могут рассмотреть до конца года. Об этом сообщает ряд источников. По их информации, уже 7 декабря послы ЕС встретятся, чтобы обсудить эти вопросы. Есть факты, указывающие на то, что они будут согласованы. В этот день обсудят предоставление безвизового режима третьим странам между представителями Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. После этого результаты обсуждения направят на рассмотрение законодательного органа ЕС. В будущем году в Украине должно стартовать производство качественных тракторов для сельского хозяйства и других отраслей. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса. Сегодня разрабатывается в Украине трактор. Я думаю, что в наступном году будет качественный конкурентный трактор, который мы можем использовать десятками тысяч единиц в сельскохозяйственной деятельности. Це буде означати, що машинобудування починається відновлення, ми створюємо додану вартість, ми створюємо нові робочі місця. Це говорить про те, що ми будемо підшвидшувати економічне зростання.
Индия может войти в тройку крупнейших импортеров украинского зерна. До этого страна была крупнейшим покупателем нашего подсолнечного масла и гороха. Как ожидается, Индия закупит 3 миллиона тонн пшеницы, из которых 2 миллиона будут украинскими. На такой шаг Нью-Дели может пойти из-за высокой стоимости пшеницы на внутреннем рынке. Это вызвано недостаточным объемом производства. Первое место среди импортеров украинской пшеницы сейчас занимает Таиланд. А вот Египет, который был основным покупателем несколько сезонов, в этот раз вряд ли войдет в топ-5 покупателей украинской пшеницы. Принц Маха Вачиралонгкорн стал новым королем Таиланда. Перед этим он на официальной церемонии принял приглашение от парламента взойти на престол. Я, как президент парламента и представитель тайского народа, приглашаю ваше королевское высочество стать нашим королем. Я принимаю приглашение, чтобы исполнить пожелание Его Величества и во благо всего тайского народа. 64-летний Маха Вачиралонгкорн стал преемником своего отца Пхумипона Адуледета. Он скончался 13 октября, 88 лет. Маха Вачиралонгкорн – единственный сын Пхумипона. На престол он зашел как 10-й король династии Чакри Рама X. Коронация нового монарха состоится после кремации короля Пхумипона. Предполагается, что это произойдет не раньше осени следующего года. В настоящее время тело покойного короля находится в Большом дворце. Проститься с ним ежедневно приходят десятки тысяч человек. Траур продлится год. Король Пхумипон Адульядет пользовался любовью и большим уважением своих подданных. В 90-х годах прошлого столетия он сыграл важную роль в становлении демократии в Таиланде. Тайцы считали Пхумипона символом единения страны. Король стал самым долгоправящим из всех ныне действующих глав государств, а также из всех монархов в истории Таиланда. Отстранение российских легкоатлетов продолжится и в 2017 году. Об этом стало известно в ходе заседания в Монако независимой комиссии Task Force. Ее создала Международная ассоциация легкоатлетических федераций для расследования российского допингового скандала. Представители комиссии отметили, вопрос восстановления членства Всероссийской Федерации легкой атлетики рассмотрят в феврале следующего года. Однако, каких-либо конкретных сроков принятия окончательного решения они не назвали. Президент Международной Федерации легкоатлетических федераций также сказал, многие вопросы нужно будет прояснить в следующем году. Реформы структуры управления подразумевают проверки и восстановление баланса, чтобы наш спорт в будущем был под защитой. Не хочу, чтобы этот спорт когда-либо возвращался к тому абсурду, который мы слышали даже в последние несколько дней. В конце ноября спортивный арбитражный суд дисквалифицировал еще 3 российских легкоатлеток за нарушение допинговых правил. Все их спортивные достижения за определенные периоды были аннулированы. Решение об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации легкой атлетики было принято в ноябре прошлого года. Затем, в преддверии Олимпиады в Рио, арбитражный суд в Лозанне оставил решение федерации в силе. Таким образом, российская сборная поехала на игры не в полном составе. Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО снова пополнился ценностями. В него вошла профессия корейских ныряльщиц – хэньо. Обычно ныряльщицы погружаются на глубину от 3 до 5 метров и добывают с морского дна беспозвоночных животных, которые считаются деликатесом в странах Восточной Азии. При этом хэньо не используют акваланги, а только задерживают дыхание. Наиболее опытные ныряльщицы могут погрузиться на глубину до 20 метров. В настоящее время эта профессия считается вымирающей. Нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО также признали философию йоги. Древняя индийская практика направлена на достижение человеком возвышенного духовного состояния и физического здоровья. ЮНЕСКО отмечает значительное влияние философии йоги на многочисленные аспекты жизни индийского общества в сфере здравоохранения, медицины, образования и искусства. Йога также популярна во многих других странах мира. Еще одним нематериальным наследием человечества стала традиция приготовления и преломления хлебной лепешки в Азербайджане, Иране, Казахстане, Кыргызстане и Турции. В разных странах она носит различные названия – лаваш, катырма, жубка, ювка. В процессе изготовления лепешки участвуют по меньшей мере 3 человека, члены одной семьи. В сельской местности могут объединяться и соседи. В список также вошло грузинское алфавитное письмо. В Древней Грузии использовали письмо Мрглавани. В 9 веке его сменило Нусхури, а в 10 веке появилось письмо Мхидрули. Нусхури и Мхидрули использовали одновременно вплоть до 17 века. После этого Нусхури вышли из употребления. Кроме того, в списке ЮНЕСКО теперь египетский фольклорный танец тахтиб. Он представляет собой имитацию битвы двух противников с использованием длинных бамбуковых палок. Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был создан в 2008 году. Его цель – обратить внимание общественности на необходимость защитить нематериальные культурные ценности и традиции от исчезновения.
Ранее на этой неделе в список ЮНЕСКО вошли мастерство изготовления черной керамики в Португалии, танцы Уганды, кубинская румба, казацкие песни Днепропетровской области Украины, бельгийское пиво, бенгальский Новый год и древний праздник Навруз.